По инициативе губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье создана система поддержки школьников. Ею могут воспользоваться ребята из малообеспеченных и многодетных семей, а также талантливые ученики. Особое внимание уделяют первоклассникам. Все первоклассники из семей с не очень высокими доходами получат школьные принадлежности и все необходимое, чтобы ребенок пошел в школу. Среди мер поддержки – выплаты для семей с низким доходом. Родителям приходят уведомления о начислении средств в личный кабинет на портале госуслуг или на электронную почту. Выплату на школьную форму семьям с многодетными, независимо от дохода, этот размер выплат составит 3000 рублей, получат 6356 жителей округа. А вот уже новая выплата в размере 10 тысяч рублей, получат ее 159 жителей. Она будет рассчитываться в зависимости от дохода на каждого члена семьи. Этот доход должен быть меньше 17 тысяч. И третья выплата уже 13 тысяч рублей, ее получат 319 жителей округа. Это выплата детям-инвалидам. Также первоклассники к началу учебного года получат рюкзак со школьными принадлежностями. Недавно глава округа Андрей Иванов вручил такой подарок семье Тюниных, которая воспитывает троих детей. Их младший сын Юра идет в первый класс. Он получил все самое необходимое. Тетради, ручки, ну, канцелярия, альбом. Ну, все, что нужно для первого класса. В этом году в Одинцовском округе поддержку получат почти 7 тысяч человек. Талантливых школьников также поощряют и оказывают им финансовую помощь. Ребята получают гранты и деньги на дальнейшее обучение. Помимо этой акции, мы уже каждое теруправление обращается в управление социального развития. Есть где-то семьи, которым необходимы дополнительные, возможно, какие-то или подарки, или средства обучения, или спортивный инвентарь. Мы также идем на встречу с жителям и эту работу организовываем. До 25 августа малообеспеченным и многодетным семьям Одинцовского округа окажут всю необходимую поддержку. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».